Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем знакомиться с игрушками от предприятия Полесье. И сегодня мы расскажем про набор мини-посудомойка, который обязательно понравится и детям, и взрослым. Мини-посудомойка – это компактный мобильный комплекс, который будет способствовать развитию ребенка. Набор обучит ваших малышей помогать по хозяйству, наводить кристальную чистоту и порядок. С помощью набора можно разнообразить сюжетно-ролевую игру. Во время игры будут воспитываться такие качества, как аккуратность и трудолюбие. Набор тренирует мелкую моторику рук и координацию движений. Мини-посудомойка выполнена в виде емкости с ручкой, на которую устанавливается столешница с мойкой, сушилкой и подставкой для посуды. В емкость наливается вода. В отверстие расположенной мойки вставляется кран-насос. Ребенок может перекачивать воду из контейнера в мойку, что сделает игру намного реалистичнее. Чтобы вода не выливалась из мойки, набор предполагает наличие резиновой пробки. В набор также входит детская посудка, 4 тарелки, 4 чашки, и 4 блюдца. Все принадлежности легко складываются в удобный для переноски контейнер. Мини-посудомойка – это практичный комплекс для игры как в помещении, так и на открытом воздухе. Изготовлен из высококачественного и безопасного для ребенка пластика и создан в ярких и привлекательных цветах. Увидимся в следующем выпуске. С игрушками Полесье интереснее расти и развиваться вместе.